Когда-то здесь была окраина города, а теперь самый центр. Исторической датой основания парка имени Горького считается 1813 год. Легко посчитать, как давно это было, но по-прежнему парк остается любимым местом отдыха горожан. И скоро его ждут определенные перемены. Из генеральной балки в начале 19 века сделали большой двухуровневый террасовый парк, который со временем стал объектом культурного наследия. В его архивах первое охранное обязательство датируется 1994 годом. На сегодняшний момент у нас готов проект по объектам культурного наследия. Вид строительства у нас капитальный ремонт, куда включены все объекты, находящиеся на территории парка, объекты культурного наследия. Это наша ротонда, это наш мост, на котором мы сейчас стоим. Значит, это фонтан Грот, это и другие объекты. Директор парка заверяет, никаких видоизменений не будет. Это капитальный ремонт. Восстановление первозданного вида парка, как того требует федеральный закон. В настоящий момент общественники очень хотят, чтобы был затронут именно ландшафтный дизайн. Но мы, как я, как руководитель парка, понимаю, что деревья должны быть сохранены, и мы можем сделать только подсадку или узловое где-то озеленение. Цветники останутся непременно, и это обязательно будет любимый всеми цветочный календарь. Каждый сезон в парке высаживают 100 тысяч летников. Сейчас здесь больше 2000 деревьев, не считая кустарников. Есть даже жасмин, которому 150 лет. Мне кажется, у нас прекрасный парк, но если его облагородят, мне кажется, будет замечательно. Немножко приведут какие-то зоны для детей, сделают, приведут, более озеленят его. И, думаю, будет очень красиво, потому что парк у нас хороший. Смотрю, рестораны убирают. Парк Горького мне помнится из детства все-таки больше, еще когда при Советском Союзе. Поэтому, если бы вернулось все как раньше, было больше всяких фигур, именно архитектурных образов, было бы, конечно, гораздо интереснее. Ты часто приезжаем. Малой очень нравится здесь. Да, Аленушка, нравится тебе, дочь? Да. Куда ты приехала, на поезд? Да. На поезд, да. Сейчас пойдем кататься, да? История парка продолжается и выходит на новейший этап, но сохраняя при этом свою уникальность. Галина Белоусова, Юрий Санкин, Первый Ростовский.